Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 13, задание внизу страницы. В этом упражнении мы должны будем сравнить числовое выражение и число. 3 плюс 4 и 7. Находим сначала значение выражения. 3 плюс 4 равно 7, 7 равно 7, поэтому 3 плюс 4 равно 7. 8 минус 3 – 4, 8 минус 3 равно 5, 5 больше, чем 4, поэтому 8 минус 3 больше, чем 4. 9 и 10 минус 2, 10 минус 2 равно 8, 9 больше, чем 8, поэтому 9 больше, чем 10 минус 2, 6 и 5 плюс 3, 5 плюс 3 равно 8, 6 меньше, чем 8, поэтому 6 меньше, чем 5 плюс 3. 8 и 4 плюс 4. 4 плюс 4 равно 8. 8 равно 8. Поэтому 8 равно 4 плюс 4. 7 и 10 минус 3. 10 минус 3 равно 7. 7 равно 7. Поэтому 7 равно 10 минус 3. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.